В Чертаклинском районе завершается строительство водовода от поселка Октябрьский до поселка Мирный и районного поселка Чердаклы. Об этом было сказано на совещании, которое провел губернатор Алексей Русских. Обновление системы водоснабжения района ведется по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по поручению президента России. Новый водовод протяженностью 23,6 километра является третьим этапом строительства системы водоснабжения муниципалитета. Сумма контракта составляет более 151 миллиона рублей. Подрядной организацией проложено уже более 21 километра трубопровода. Смонтировано 49 из 88 колодцев. Ранее по этому проекту были пробурены новые скважины на Архангельском водозаборе и построен новый водовод от станции водоподготовки Ульяновского водоканала до поселка Октябрьского. Я напомню, что проект водоснабжения и вот эти 23 километра, которые мы строим водовода, это один из крупнейших проектов, аналогов нет в области, позволит нам запитать качественной водой, которая идет со станции водоподготовки с Архангельского водозабора, более 15 тысяч жителей. Это районный центр Чердаклы и поселок Мирный. Как подчеркнул глава региона Алексей Русских, в 2024 году на развитие сферы водоснабжения Ульяновской области направляется более 640 миллионов рублей. 640 миллионов, да, мы в этом году? Небывалые суммы на решение этих проблем. Но проблема до сих пор окончательно не решена, хотя ситуация, я считаю, очень серьезным образом за 3 года подтянули. Так это? Да, все верно, Алексей Алексеевич. Ситуацию подтянули, но, тем не менее, еще работы предстоит много. Как сказал министр ЖКХ и строительства Руслан Хайрудинов, на эти выделенные из бюджета средства будут построены и введены в эксплуатацию более 72 километров новых водопроводов в 5 населенных пунктах. Также начнет работу станция водоподготовки в районном поселке Новая Майна Меликесского района. В текущем году начинается реконструкция водопроводных сетей в районном поселке Базарный Сызган и селе Полдомасово Ульяновского района. Будут проведены замена аварийных участков Радищевского группового водовода, водопроводных сетей в 10 населенных пунктах, замена или ремонт 15 накопителей, восстановление 3 водозаборов. Уже завершены работы по ремонту водозаборов в поселке Черный Ключ Базарно-Сынганского района, село Бакуши Павловского района, в селе Старое Рождественное Старомайского района. Замене водонапорной башни в рабочем поселке Кузоватово. По остальным мероприятиям работы или начаты, или ведется закупка материалов. Все запланированные на 2024 год работы по ремонту объектов водоснабжения необходимо завершить до 1 сентября. Всего в 2024 году будет реализовано 55 мероприятий, направленных на повышение качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения для более 38 тысяч человек.